Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, и в этом уроке я хочу показать вам седьмой уже по счету урок по виджетам «Эффекты на ссылках». Предыдущие 6 уроков вы также сможете просмотреть, если вы их не видели. Ссылки вы видите сейчас на экране. И в седьмой версии данного урока я хочу вам предложить два новых виджета с различными эффектами. Первый виджет позволяет делать вот такие вот эффекты при наведении мыши. То есть здесь можно написать любой ваш текст, повесить любую ссылку. Второй виджет уже посерьезнее, здесь эффекты при наведении. Меняется цвет текста и меняется цвет вот этой заливки, да, которая появляется. С такого нежно-голубого на красный. И также можно заливку сделать, чтобы она появлялась снизу. Давайте перейдем в Adobe Muse и рассмотрим данные виджеты. Из библиотеки я перетаскиваю виджет на холст. Сразу первое поле «Текст» — это текст кнопки, меняйте на свой. Потом «Enter». Как поменять размер и шрифт, вы просто выделяете данный виджет, берете инструмент «Текст», выбираете размер кнопки, размер текста и таким же образом меняете на ваш какой-то шрифт. В настройках виджета следующее поле «URL» здесь понятно, удаляете решетку и ставите любую вашу ссылку. Текст Color – это первый цвет текста. А второй текст Color – это цвет текста, который будет появляться при наведении. Первый сделаем, например, белый, а второй – желтый. Давайте посмотрим в браузере. Вот при наведении появляется желтый цвет. Ну и, соответственно, вы можете продублировать и сделать целое меню. Следующий виджет также перетаскиваем на холст. Заходим в настройки. Текст — это текст на кнопке. Пишите название кнопки. Цвет текста, второе поле — это у нас цвет текста. Выбираем, например, желтый. Размер текста 50. Также можете менять текст при наведении, менять ли, или можно оставить таким же желтым. Я поставлю, например, белый. А толщина линии. Сейчас вы посмотрите, что это за линия. Цвет линии. Поставлю, например, красный. И когда линия будет заливаться при наведении мыши, каким цветом делать ее? Ну, давайте поставим вот такой. И нижнее поле — это у нас это линия слева. Button line — это линия снизу. Давайте здесь вот поставим толщину 5 и посмотрим в браузере. Вот вы видите, вот она линия красная. Вот ее толщина 5. Можно либо уменьшить, либо увеличить. И при наведении происходят те цвета, которые мы с вами задали. Цвет текста меняется с желтого на белый. И цвет линии меняется с красного на синий, на голубой. Ну и также, если линия нужна снизу, здесь выбираете линию снизу. При наведении линия будет появляться снизу. Вот вы видите, да? Вот такие вот простые виджеты. Здесь единственное, они почему-то не внесли поле для внесения URL-адреса, но мы можем сделать так. Выделяете данный виджет, и вот здесь, как обычно, вы можете прописать ссылку или выбрать уже существующую. Ну и здесь открыть, например, в новом окне. Перейдем на сайт. У нас все работает. И при клике в новом окне открывается та ссылка, которую я указал. В данном случае это профиль в социальной сети ВКонтакте. Вот и все, в принципе, об этих виджетах. Если вас виджеты заинтересовали, они вам нужны, вы сможете их скачать на моем сайте. Ссылочка будет под этим видео. Оба виджета я запаковал в один zip-архив. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse, без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в 2 клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет, например, меню для мобильных устройств.
несколько вариаций мобильных меню, уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто.